Всем привет! В этом видео мы покажем, как мы укрываем теплицу пленкой. Ну вот мы начали укрывать теплицу сверху. Очень сложно, потому что мой мистер Геннадий один. Я пока ему помочь не могу, но буду пытаться. Сначала мы вообще не могли понять, с какого края к ней подойти. Но потом решили начинать с края, где бочка. И полотно было большое, 12 метров. И было очень тяжело растянуть это все. Основную работу мы сделали в течение дня. Хорошо, что была хорошая погода и не было ветра. Правда, без повреждений не обошлось. В некоторых местах мы сделали проколы. Но это уже в следующих видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы с нами.